Psychos coding system. Итак, следующее, что мы хотим обратить внимание, мы сейчас вам будем показывать, как наносить продукт под названием масло с твердым воском, но в цветных вариантах. В линейке Psychos оно выпускается в 6 цветах. 4 из них это серебристо-серый, тик, орех и палисандр. Это такие полупрозрачные цвета. Вы можете посмотреть, как это выглядит на дубе. В нашем модуле, там стоит большая стойка с выкрасками Psychos, а мы вам сегодня покажем два крайних варианта, как сделать белый-белый или как сделать черный-черный. Но мы это сделаем сегодня на примере белого. Значит, вот на этом щите мы его заранее подготовили, мы его отшлифовали, половину щита покрыли белой грунтовкой Psychos, которая называется дуатоп. Как с ней работать, мы покажем на следующем щите. Это особенная теория, то есть как подготовить шлифовку, как подготовить поверхность. Но мы вам покажем, что и продукт масла с твердым воском в цветном варианте тоже наносить валиком можно. Там есть некоторые оговорки. Сейчас как раз Евгений в момент нанесения нам это покажет и расскажет. Это покрывали, на самом деле это должны были покрывать позавчера, по нашему мнению, что лучше это делать или накануне, или лучше всего за два дня. Мы это покрывали где-то неделю назад. Да. Здесь была нанесена продукт, который называется Duotop. Это белая грунтовка. Да. Сейчас мы наносим уже сверху нее, то есть мы пытаемся добиться еще более белой поверхности. Вы видите, да? Это, Валерий, тоже ваш вопрос на тему того, Бергер и Psychos. В Бергере вы знаете, что у нас нету очень сильно белого цвета. В Psychos эта проблема очень хорошо решена и очень нам хорошо помогает. То есть мы можем использовать сначала белую грунтовку, а потом дополнительно, чтобы еще более насытить белым, использовать белое масло с твердым воском. Это то же самое. Это тот же самый продукт, что мы наносили и здесь просто с белым пигментом. Нет, это не то же самое, что Женя сейчас наносит. Это белая грунтовка, которую мы будем наносить здесь. Это грунт, который находится у нас на следующей странице, номер 7. Да, он наносится или шпателем, или падом, или тряпками, именно втирается в древесину. Можно. Можно, но будет не такое будет белое. Не такое насыщенное будет просто, да. Тонировка белая, она окрашивает нам полностью древесину. А масло, тонировка впитывается в древесину, а это масло все-таки оно рассекается по поверхности, оно дает белое. То есть если его покрыть просто без тонировки, оно будет белым, но не таким. И наносить его, опять же, надо очень тонко, избегая вот этих вот пигментных вот этих пятнышек. Сборов. Да. То есть проходы отварки здесь могут быть видны. Да, именно поэтому особенно критично вот на этом виде покрытия использовать фирменный валик, потому что им будет просто легче наносить. И наносить тонко. Если наносить жирно или давить, вот мы получаем вот такие вот вещи. Видно, да? То, что Женя сейчас делает, посмотрите. Остановки. Вот же поперек волокнами, да. И даже матовый. Даже. Валерий, здесь идея в том, что неважно, масло или пигмент. Масло, здесь идея в том, что пигмент. То есть ты либо. Жень, можно? Ты просто вот так вот снимаешь где-то пигмент. Вот, да? Видно? Вот. А вот если матовый, Женя вот так поболтал, можно взять палочку и там все. Обязательно. Пигмент. Обязательно. Обязательно. Но важно, естественно, каждая банка должна быть тщательно размешана. Вот, для синяя. Но когда ты наносишь, вот важно, чтобы вот эти вот вещи не оставались. И поэтому. Тем более, если вы будете работать без предварительной тренировки паркета. Сразу на голову. А работа с грунтовками, она удобнее, потому что вы знаете, что ее можно наносить долго. То есть это продукт Duotop, это продукт на основе натуральных масел, который долго стоит в жидкой фазе.
то есть не схватывается, не обветривается, и у вас есть достаточное количество времени для того, чтобы нанести его равномерно. Наносится оно или шпателем, или потом полируется падом, или сразу падом, или просто тряпками. Вот это вот поверхность сверху защищает. Значит, смотрите, мы используем, вот сейчас тот продукт, который нанесли, это масло с твердым воском, который сам по себе несет износостойкие свойства. Это уже сам по себе защита, то есть одновременно и белый пигмент, и защита. Но в принципе, если есть желание, я, правда, не рекомендую это делать, но просто не вижу смысла. Если сверху этого мы нанесем еще бесцветное масло с твердым воском, конечно, у нас будет больше способность к тому, что когда поверхность будет царапываться, мы не будем царапывать белый пигмент. С одной стороны, хорошо, но при нанесении масла с твердым воском бесцветного мы все равно можем немножечко этот белый погасить. Пользу желтого. Это будет совсем чуть-чуть, совсем незначительно, но тем не менее. То есть, если все-таки стоит задача сделать снег, то лучше работать масло с твердым воском с белым. То есть, получается, вот здесь вот это вот покрытие ветки, оно уже окончательно. Да. Нет, да, отлично будет после второго слоя масла белого. Тогда получается грунтовка как таковая. Но... получается три слоя. Первый слой грунт и два слоя масла. Масло, финишное покрытие наносится в два слоя всегда. То есть вот этим белым два слоя? Да, этим белым два слоя, вы получаете готовое финишное покрытие. А он еще там, еще насыщенный? Еще да, более, будет еще белее, соответственно. Да. Что? А если такое оставить? Да. Тогда можно не использовать тренировку первого слоя. Нанести масло в два слоя, все. Сложнее, наверное. Скажите, пожалуйста, вот правильно я поняла, что вот эта масляная грунтовка, она не содержит воск, да. А финишная, оно содержит за счет этого и абсолютно за счет... Верно. Я вот вам сейчас передам щит, это такой же дубовый щит, который покрыт просто двумя слоями белого масла с воском, который мы только что наносили, без грунтовки, да. Обратите внимание, во-первых, видно чуть-чуть, вот то, что говорил Евгений, немножко неравномерность нанесения, это отвалика. Но при этом вы можете видеть, что действительно в порах он чуть-чуть такой, как желтенький. То есть это было без грунта белого сделано. Просто посмотрите разницу, здесь очень хорошо видно. И заодно можете оценить стойкость к царапинам. То есть все масла, получается, желтят немножко? Конечно. Бесцветное масло, да? Да, конечно. Да, ну вот, конечно. Мы видим. Оно сам вообще... Ну да, даже белое желтенькое дает, да? Нет. Белый не дает. Да, здесь получается нет, так, что... Если мы наносим белое без грунта, у тебя белый пигмент остается наверху, плохо проходя в поры, да, и а в порах вот это получается легкая-легкая желтинка. Если стоит задача все-таки сделать более белый, лучше использовать грунт. Больше способность именно в поры проникать, заполнять там. То есть мы делаем и одну задачу, и вторую сверху еще более усиливать. Точно таким же образом мы можем... Но мы это сейчас не будем делать, потому что у нас здесь ограниченное количество места. Если мы будем использовать черную грунтовку, которую мы использовали здесь, здесь была использована 3490 эбен, и сверху покрыть масло с твердым воском черное, 3319, то у нас получится практически черный оттенок. Ну, на самом деле, перебью тебя, Николаевич, масло с твердым воском черное немного отличается от всех остальных тем, что... В два слоя оно абсолютно непрозрачное и ультраматовое. И вы получаете просто черный-черный пол. Это очень популярная тренировка. Очень... Нет, не как, ну как, по эффекту можно, что как краска именно по цвету. По носу, то есть глухое, черное, не видно древесина совершенно. Но сама фактура древесина остается. Текстуру видно. Текстуру видно, все. Ну то есть как, это масляное покрытие, да, но оно просто ультраматовое, черное-черное-черное. Сейчас попрошу. Не надо ни грунтовки, просто шлифуете и покрываете два слоя маслом черным, и будет черный глухой цвет. То есть тренировка, она... Алло, слушай, принеси-ка цвета масел. Значит, вот на этом щите показано нанесение масла с твердым воском черное. Просто видите, что это не то же самое, как покрашенный черный цвет забор, да? Но, тем не менее, очень достойный результат. Это то, что очень часто наши с вами клиенты заказывают у нас, когда стоит задача сделать максимально черным. Это как раз таки очень просто делается. Просто мы вкатываем два слоя и все. Сухую или на мокрую? На сухую. На мокрую, с
мокрое нанесение это для тонировки, то есть когда вам надо все-таки оставить саму древесину, как-то ну, ее, чтобы был цвет прозрачным, да, цвет был, но он был, древесина была видна. А когда вам нужно, чтобы глухое, да, вот с белым, глухого белого не, ну, очень сложно получить, только вот там с помощью молока получали пока что. А вот белый прозрачный, черный, он будет просто глухой, ну вот как на щите на этом. Но согласитесь, то, что тот результат, который мы у вас получили с белым, а у нас еще предполагается, что мы сюда должны положить еще один слой белого масла с воском. По-моему, это очень хороший вариант, и это то, что наши клиенты часто спрашивают. Да? Да, стоит задача сделать конкретно белый дуб. Значит, я вам дам, передам по счету, это масло с твердым воском уже цветнее. То есть это цвет орех и цвет палисандр. То есть вы увидите, насколько действительно там небольшое добавление пигментов, то есть вот такой полупрозрачный получается. Да, то есть это когда... тоже масло с твердым воском, которое тоже вкатывается в валик. То есть если вы хотите уйти от натурального цвета дуба, но без использования тонировок, и вам не нужно сильного, кардинального изменения, то можно использовать цветное масло, оно позволит там немножко перейти там, там цвет палисандр, орех, серебристо-серый, ну такой, на любителя. Тоже с минимумом затрат физических, именно два слоя масла и все. Да, но здесь надо все-таки обратить внимание на то, что работа с этими продуктами, она очень-очень схожа, как работа с тонированными лаками. То есть вы можете сделать нанесение почти идеальное, но даже здесь на щитах вы можете увидеть, что там, где нанесено чуть-чуть его больше, все равно там пигмента больше. И поэтому, конечно, это... При работе с этими продуктами, когда вы катаете валиком, надо быть очень внимательным, очень осторожным. Даже фирменный валик? Нет, фирменный валик очень красавец. Хорошо в этом смысле, да. Грубо говоря, на выходной дорожке, помещении, вот если ты не заметил, выходишь, где-то больше нанес пигмента, придешь, увидишь, что течок более белый. Итак, следующий продукт, который мы не охватили, это в каталоге на пятой странице, второй снизу, 3299. Точно такое же масло с твердым воском, но с эффектом эффекта перламутровых пуговиц, как мы это говорим. Я вам сейчас передам вариант уже готовый. Посмотрите его, его так сходу не увидишь, в чем соль. Сюда добавлен пыль металлическая. Металлическая пыль, по сути, да. Да. И получается вот эффект такой вот блестящего такого вот покрытия. Ну, на самом деле этот эффект все больше виден на темных полах. Там копченый дуб, венге, либо вот тонировка, как мы сейчас покажем, на тонированном темный цвет дубе, на сверху наносит это масло. Мы специально выбрали, да, мы специально выбрали щит, уже подготовленный темный. Грунтовкой, потому что на нем будет этот результат виден. Обратите внимание, сейчас, когда Женя будет выливать, вы сразу увидите, чем он отличается от другого. Но это тот же самый продукт масла с твердым воском, просто с добавлением вот этой вот металлической пыли. Видно, да? Хочется лизнуть. Громче говорите, да, записываю. Да, это очень любят дизайнеры, кто-то я слышу про дизайнеров там говорит. Масло с твердым воском с добавлением металлической пыли. То есть масло с твердым воском, сейчас до вас этот щит последним дойдет. Это эффект? Это эффект, да. Да. Который создает вот этот вот эффект такого вот перламутрового. Похоже на блеск для зуб. Очень. Можно использовать в качестве покрытия для ногтей, как блеск для губ, я лучше его не рекомендую использовать. Там есть много растворителя. Нет. В том-то и дело, Женя... Распределить равномернее, потому что лучше, конечно, использовать ваночку в данном случае. Потому... Ну, валик равномерно смочить в масле, а не вот таким пятном. И лужу разгонять. Сколько слоев? Ну, это по желанию, на самом деле, также достаточно два максимум, точнее, можно обойтись одним, если будет достаточно двух пигментов. Я могу сказать, что вот нет ничего проще, чем взять обычную ванночку в руки, да,
Но я, когда увидел первых в своих руках сайкосовскую ванночку, я немножко был удивлен, насколько вот все все-таки для людей сделано. Я по собственному опыту знаю, что у мастера вот всегда есть такое свойство очень сильно любить свои вещи, любить свои тапочки, они там порванные, изорванные там уже 5 лет, но вот он не купит новые, а будет ходить в них. Любить свою палку, вот эту вот, которая работает, еще точно так же к ванночке. Но вот насколько здесь грамотный подход, смотрите, ее не надо потом мыть, ее не надо потом вытирать. Идут специальные вкладыши. Ты просто его вложил, израсходовал и выкинул. Ванночка твоя цела. Можно ее подписать. Дешевле лучше новую ванночку купить, чем сайтосовскую. Ванна, сколько цена? Ну, набор вкладышей стоит, грубо говоря, тоже 70 рублей, вы получаете 5 ванночек. Да. Я могу сказать так. Когда ты поехал на объект, всегда забываешь, блин, ванночку забыл купить. Купить один раз ванночку и набор этих вкладышей. Уже 5 раз застраховано того, что не надо в магазин ходить. На самом деле, действительно, это очень удобно. Просто это очень удобно. Потому что я могу сказать, что когда, допустим, я знаю о том, что я поехал на объект, и мне завтра надо будет здесь работать, и что я теперь должен опять за новой ванночкой в магазин идти, я начинаю вот что-то ее там вытирать, мыть, там еще что-то. Я понимаю, что нельзя ее так оставить, да, потому что следующий завтра, когда буду носить, начнет там какие-то ошметки там разъедать от предыдущего покрытия. Вот взял. Растворитель дороже стоит, да, элементарно. Взял вот это дело и выкинул просто. Все, очень удобно. Ну, это новый продукт, поэтому мы еще особо его. Да, это новый продукт, мы его еще не протестировали. Но тем не менее, очень. На самом деле, остались у нас от семинара, когда приезжали немцы к нам, потому что они очень требовательно хотели говорить все из своего. Значит, сейчас мы ее просто до нее не дошли еще, да, мы ее будем показывать. Видно сейчас эффект, вот даже в мокром состоянии, да? Вот как очень хорошо видно на темной подложке вот этот вот эффект металла. Мы можем что-то передвинуть сюда, наверное. А есть туда? На светло меньше видно. Вот сейчас, Слав, до вас дойдет щит, такой же на обычном дубе, но там просто меньше видно. Наверное, да. Не оттуда пошли. Итак, ребят, еще раз внимательно. Значит, мы сейчас с вами разобрали все варианты одного и того же, по сути, материала. Масло с твердым воском. Как вы видели, какой бы вариант мы ни взяли, обычный, без поджига, белый, с перламутром, цветной, все это наносится только валиком. Никаких падов, машин, тряпок или еще что-нибудь абсолютно не нужно. Нужно только нормальный фирменный валик и все. Ну, фирменный не идет, там нормальный. А такого не было, например, оставки, да, оставить баночки, ты же флакон там развел, и вот посмотрите, как толстый слой, например, застывает, если он затвердел, там вот пленка, это одно дело. Другое дело, когда он в раскатанном состоянии, конечно, понятно, твердый. А вот такое, что когда он застынет... Застынет где, в банке или на полу? А? В банке или на полу? В банке. Посмотрим, высока и банка это. На самом деле стоять бывает такая тоненькая пленочка, если там успел. Ну, вот я беру как показатель обыкновенный, вот как показатель. Вот он у меня остался в банке, например. Я там чуть помогу, оставил в банке, а он там через 2 дня уже там твердый, как не знаю, как смола, вот такой твердый. Вот это для меня показатель. Если он через 2 дня будет не такой же влажный, но это твердый. Нет, это абсолютно не так. Я объясню, значит, смотрите, если. Мы берем вот такую банку, здесь объем 2,5 литра. Если у вас осталось на дне буквально сантиметр этого продукта, он будет очень долго стоять и не твердеть. Почему? Потому что если это будет лак для лака, вот такой объем воздуха достаточно большой, чтобы уже пошло обветривание, отверждение лака. Здесь, если банка полностью плотно закрыта, растворителю некуда уходить. Он здесь постоянно циркулирует. Это вот даже сантиметровый слой будет очень-очень долго стоять. Вот открытую банку оставили. Вот он затвердеет или будет все равно жидкий? Затвердеет, но за ночь нет. За ночь нет. Он будет твердеть намного-намного дольше, нежели чем в лаке. Ну,
твердости. Да, но это не показатель его твердости. А из чего там компоненты, так скажем, полиуретан? Масло и воски. Натуральные. Опаздывать нечего, потому что, в этом мы уже рассказывали. Три вида натуральных масел, два вида натуральных восков, растворитель и осушитель. Высокоочищенный тест-бензин. Ну, лакобензин. White spirit. Ну, по-русски white spirit, дерматизированный white spirit, который в Европе разрешен применению в фармакологии. Да. Значит, вопрос по экологии. Еще раз, если клиент говорит о том, я выбрал продукт на основе масла, на основе натуральных компонентов, а в момент нанесения такой страшный запах. Пахнет растворитель, который выветривается. Обязательно должно быть хорошее проветривание, но когда этот растворитель полностью улетучился, то есть сам по себе в сухом варианте, уже в готовом варианте, этот продукт абсолютно экологичен. И может применяться в том числе для использования детских игрушек. Да, то есть он устойчив к слюне и поту и может использоваться для детских игрушек. Это немецкий сертификат. На это все есть. То есть ваш ребенок может совершенно спокойно ползать по этому полу, буквально голым телом, руками, ногами, коленями, чем угодно. Это абсолютно безвредно для него. У кого есть вопросы по маслу с твердым воском? Вот, допустим, бергер, чтобы добиться более насыщенного эффекта, я дерево иногда смачиваю, да? А здесь вот с этим... То же самое можно сделать. То же самое можно сделать, да. Здесь теория нанесения тонированных масел, она абсолютно одинаковая. Мы вот на последнем щите будем показывать сегодня, в том числе, работу, начиная по шлифовке, подготовке поверхности. Здесь все то же самое, да? Все то же самое. Также можно смачивать для того, чтобы на древесине оседало большее количество пигментов, и, соответственно, цвет был более насыщенным. Поднимите, пожалуйста, руку, кто применял масло с твердым воском? Не ваше. Своя? Ну, я знаю. Эколо. Хорошо. Что-то есть сложное вот в том, что мы показывали сегодня? Вот с этим, в работе с этим продуктом. Кто-то боится еще взять его и использовать у себя в работе? Нету таких, да? Отлично.